Господа, уважаемые зрители, мы продолжаем наш концерт. И продолжаем его музыкой выдающегося мастера Бельканто. В фойе Миланского театра «Ла Скала» стоит его мраморная фигура. На его родине оперный театр носит имя композитора, но главный памятник, без сомнения, создал сам композитор. Им стали его чудесные оперы. Винченцо Беллини, каста «Дива» из оперы «Норма». Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова. На сцене Аида Гарифуллина.
Франко!